Всем здарова, дорогие подписчики, по-прежнему с вами Диман, и сегодня мы продолжаем играть на One State Roleplay. Ребята, это лучшая игрушечка для мобильного устройства, на айфоны, на андроиды, идеально подходит под оперскую езду, наведение суеты, хасанство, а также, ребята, в этой игрушечке вы отыгрываете свою роль персонажа, вы можете быть как бандосом, так и госслужащим. Ну а также, ребята, не забудьте поучаствовать в моем конкурсе на 3000 донат валюты, любой сервер проекта участвует. Для этого поставьте лайк и напишите в комментариях слова «участвую», как это сделал прошлый победитель этого конкурса. Ну и подписаться тоже не забудьте. Напомню, что чем больше будет комментариев, тем больше шансов на победу. Ну и сегодня, ребята, в этом ролике мы, конечно же, посмотрим на эту игрушечку, расскажу вам некоторые изменения, а также, друзья мои, пооткрываем некоторые кейсы, посмотрим, что нам оттуда выпадет, прокачаем свою тачку, возможно, даже купим новую машину. В общем-то, присаживайтесь поудобнее, обязательно ставьте лайки и не забывайте, конечно же, подписываться на канал. Ну а также, ребята, скачать игрушечку вы сможете по ссылочке в описании, прямо сейчас переходите. Ну и что самое интересное, то что, как вы видите, здесь игра в принципе основана прямо на карте GTA 5, то есть этот парк как прям GTA 5 имеется. Но в принципе GTA 5 есть не у всех, а вот One State скачать вы можете совершенно бесплатно. И, ребята, также не забывайте указывать мой промокодик, вот этот тикет получается, либо же из игры, либо же выйти в главное меню. И прямо сейчас вот сюда нужно вписать вот так вот: Федоров. Благодаря которому вы получаете 2000 донат валюты абсолютно бесплатно. Ребята, стейткоины уже у тебя будут на аккаунте. Это просто офигенно. То есть, грубо говоря, прямо сейчас мы уже получили 2000 абсолютно бесплатно донат валюты, которую вы, конечно же, также сможете использовать. Ну, а также, ребят, не забывайте выдавать прибыль, пассивный заработок. Я сейчас научу, как, конечно же, вам, как новичкам, его собирать и как же зарабатывать на своем бизнесе, который дается каждому, ребята, каждому, кто только-только зашел, допустим, на проект, он выдается абсолютно каждому. Так, и здесь у нас получается, так как я переустанавливал игру, у меня опять-таки подсказки появились. В принципе, ничего такого важного. Так, все, это мы прошли, все мы здесь прошли. Далее, испытать удачу, ребята, есть вот такая вот опять-таки рулетка, где мы можем собирать фрагменты машины. Зайти в игру, мы забираем, во-первых, одну бесплатную прокрутку колеса. Далее, потратить 1500 стейткоинов, то есть мы тоже это уже выполняли, поэтому тоже забираем. Далее, открыть 3 кейса стейткоинов. Отлично, ребята, тоже мы как бы забираем. И получается выдать 6 задач рабочим. Короче, все мы забираем, и в принципе у нас теперь имеется очень много-много прокрутов колеса, которые мы, естественно, откроем чуть позже. Ну а сейчас, ребята, прямо с вами вместе мы залетаем в магазин. И вот именно здесь стейтбаксы, мы забираем ежедневные стейтбаксы, которые даются каждому из вас. Также есть бесплатные тюнинг-кейсы и обычные кейсы. Сейчас мы откроем обычный кейс, ребята, заработаем на этом 5000. Вот нет, офигенно же, слушай. Так, а теперь, как я и говорил, есть еще тюнинг-кейсы, которые тоже даются бесплатно ежедневно каждому из вас. Но это не все, ребята, сегодня будем открывать самый дорогой кейсы, и, конечно же, в этих дорогих кейсах у вас есть шанс в принципе увидеть, как я выбью тачку. Так, далее открываем еще тюнинг кейс большой, и выпадает серый движок. Да, такое себе. Ладно, окей, сойдет. А это коробка даже. Давайте-ка отправляться, во-первых, в кейсы. Как я говорил, 3000, ребята, прямо сейчас мы будем тратить. Давайте-ка посмотрим, что вообще здесь имеется в этом кейсе. Дорогое, это получается вот это вот. Да, это что? Это получается Феррари. Ладно, это нам не интересно, это нам тоже не интересно. Мне интересен эпический кейс, в принципе-то, потому что тут очень такие дорогие могут быть награды, то есть Бугатти. Есть еще редкий кейс, но тут как таковых наград особо-то и нету. Прям, да, знаете, таких вот краснючих. Прям то, что надо, как говорится. Так, тут баксы, тут все, как бы, я думаю, что понятно, что будем открывать вот именно этот кейс, друзья мои. Эпический кейс. Давай, 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 давай. Да ну какого ты черта мне дропаешь этот скин? Обменять на валюту, потому что мне он не интересен. Давай еще раз открывать, ребята. Прямо сейчас. Давай машину мне. Пожалуйста. Ну не вот эту же, ёпл-РСТ. Да, выпала Mazda 6, ребята. 514 рублей мне еще остается. Я думаю, что мы можем открывать вот этот кейс. Ну, давай-ка посмотрим.
Да ладно, если бы еще раз выпало, я бы максимально этому был бы не рад. Обменять на валюту 150 тысяч дровосека мне как бы не особо хотелось бы. Смотреть, давай далее, ребята. Открываем самый, наверное, дешевый кейс. И опять мне дропается скин, который мне тоже уже и не нужен. У меня есть скины. Поэтому, ребята, открываем еще раз. Быть может, что-то хорошее в виде машины мне дропнется. А ну! Это что такое? Я даже не знаю, что это такое. Это у нас, получается, предметы для обмена. Бой с тенью. Так, по-моему, мне уже падало это. Давай еще раз откроем. Проверим, как говорится, удачу, пока не закончится день. Да ладно тебе, еще 50 тысяч мы, в принципе-то, тоже зарабатываем. Хотя могли камри заработать. Ну и как бы таки все. Ну ладно, у нас есть еще испытай удачу. Посмотрим, что еще за тачка мне дропнулась. На самом-то деле, было бы тоже интересно посмотреть. Так, это мы все выполнили. Открыть. Открыть, открыть, открыть и смотрим. И смотрим. Один фрагмент данной кобры мы лутаем. Окей, открыть еще раз. Ребята, так как вы выполняете задание, у вас, соответственно, бесплатные вот эти вот прокруты имеются. Опять один фрагмент. Ребят, не, ну так мы будем до китайской Пасхи открывать и собирать фрагменты. Напишите в комментариях, кому выпали уже готовые машины. 500к было бы солиднее, или же тюнинг-кейсы. Вот, кто собрал, получает все фрагменты, кто катает на эксклюзивных тачках. Напишите, пожалуйста, в комментариях, да ладно тебе. Но сегодня что-то с рандомом, а явно не то, потому как не выпадают нормальные машины мне. Компоненты, ну и, соответственно, скины. А, у меня еще, получается, есть одна прокрутка, я думал, это уже все. Ну, в общем-то, ребята, не сегодня, как говорится. Давай! Да! 10 кейсов разом, ребята! Офигеть! Да, и у меня еще одна прокрутка. Так, ну, это говорит о том, что сегодня мы качнем тачку. Как минимум 25 фрагментов. Вот это, как говорится, то, что нужно. Итого у меня, получается, 30 фрагментов, осталось 70. И гарантированная кобра будет у меня в багажнике. Так, ладно, магазин, тюнинг-кейсы. У меня вот этот, во-первых, кейс одиношенька, который нам выпал. Мы сейчас, ребята, его откроем. Давай, давай, давай. Ну, вот синий уже тоже хорошо, ребята. Вот это уже то, что нужно. Отлично. Так, еще раз. Фиолетового бы побольше, было бы поприятнее. Ребят, с него очень много кейсов мы открыли с вами, поэтому обязательно напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам данный выпуск, как вам данная серия. Ну, а также напишите в комментариях, кому выпало 2000 и кто выбил тачку с 2000, потому что вы реально можете добиться выпадения Бугатти. Так, тут мы все открыли. Топ-кейсы. Сразу 10 штук, ребята, открываем. Ай-яй-яй, бонус. Еще у меня выпала коробка зеленого цвета. Ну, в принципе, пойдет. Ладно, что, погнали, во-первых, прокачаем мой Порше. А во-вторых, посмотрим, что там за тачка мне выпала. Потому что, ребята, одну тачку стопудово мы сольем, а вот Порше бы прокачать было бы кстати. Так, подъезжаем. Ребят, здесь на самом деле очень много. Можно я заеду? Спасибо большое. Окей, ну давайте-ка смотреть. Во-первых, у нас можно прокачать вот эту деталь поставить. Установить деталь, подтвердить. Затем мы можем поменять сцепление и тоже подтвердить. Еще и коробку мы можем улучшить. Итого у меня, по идее, репутация 30 тысяч. А что это говорит? Это говорит о том, что мы можем, ребята, поставить сюда деталь. Вот такую вот прикольную деталь за 56 тысяч, которую, естественно, мы устанавливаем. Задний бампер, к сожалению, чуть-чуть нам не хватает. На багажнике, я так полагаю, тоже. Спойлер также, ребята, юбка. Ну, в общем-то, вы понимаете, нужно будет приобретать еще лучшие детали для того, чтобы прокачивать Порше. Но как минимум мы уже на коне. Мы как минимум уже прокачали бампер и улучшили ее по скоростям. Поэтому, ребята, будет невероятно, наверное, сейчас быстрые скорости. Да, 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 до сотки вообще за пару секунд разгоняется до 200, получается тоже быстро. Ладно, ребят, давайте-ка посмотрим, что нам, во-первых, выпало из машины. Ну, из машин мне выпала вот эта Mazda, ребята. В принципе, да, по рейтингу она самая слабая. У меня самая крутая, это получается Porsche. Потом есть еще старая Porsche. Потом еще есть такой вот Dodge Ram, тоже прикольненькая машинка. Ну, а давайте-ка, ребята, посмотрим, что из себя представляет эта Mazda. Я, как и говорил, скорее всего, мы ее сольем. Да, обычная шестерка, ребята, старая, ужас.
И максимально медленная, да. За 800 рублей выпало, но на самом деле такое себе. Короче, просто утилизируем ее, ребята. Она мне стопудово не нужна. 225 тысяч государству мы отдаем машину и забираем бабки. В общем-то, ребят, на этом будем заканчивать. Обязательно ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. И не забывайте указывать мой промокодик. А скачать игру вы можете по ссылочке в описании. Всем хорошего настроения, удачки и пока-пока.